Друзья, всем привет! Ну что ж, продолжаем готовиться к Новому году. И сегодня в этом видеоуроке я хочу вам показать, как сделать вот такую вот елочку. Также в этом видеоуроке я покажу вам, как делается звездочка. Вам нужно будет взять 4 шарика темно-зеленых 260 размера. 2 шарика 160 размера. Я взял золотые. Если у вас нет золотых, можно использовать какие-то желтые, либо голубые, именно для бус. И для звездочки понадобится один шарик 160 красный. Понадобится насос и ножницы. Хочу вам также напомнить, что шарики я покупаю в компании Браво. Это один из крупнейших поставщиков воздушных шаров и товаров для праздника. Ссылку на сайт компании, как всегда, я оставлю в описании к видео. Ну что ж, приступаем. Итак, берем 4 шарика. Их необходимо растянуть. Берем первый шарик, надуваем его. Надуваем его не до конца. Нужно будет оставить ненадутый кончик примерно на 4-5 пальцев. Итак, я надул 4 шарика, оставил кончики ненадутые, примерно на 4 пальца. Сделаем первый верхний ярус. Берем шарик, на 3 пальчика меряем пузырек, делаем скрутку, делаем такой же второй пузырь. Связываем. Теперь делаем маленький микропузырек. На 4 пальчика отмеряем длинный пузырь. Делаем скрутку. Дальше скрутки перекручиваем. Повторяем все то же самое. Делаем маленький микропузырек. Теперь на 4 пальчика длинный пузырь делаем. И перекручиваем. Снова микропузырь. Дальше пузырь на 4 пальца. И скрутку перекручиваем. Снова делаем микропузырь. Дальше на 4. Делаем 5-ю веточку. Снова микропузырек. Сделали. Лопаем шарик, выпускаем воздух, все поправим. Что ж, давайте продолжим. Теперь делаем пузырек уже на 5 пальчиков. Сделали пузырь. И теперь уже будет идти не микропузырь, а круглый пузырь. И все делаем точно так же, как делали в первом ярусе. Меряем пузырь на 5 пальцев. Дальше круглый пузырь. Все поправляем. Так, сделали. Итак, давайте сделаем следующий ярус. Теперь мы отмеряем длинный пузырь на 6 пальцев. И пузырь уже будет идти не круглый, а на 2 пальчика. Thank you.
Итак, смотрите. Вот такой вот ярус получился. Ну и давайте сделаем теперь самый большой. Итак, берем четвертый шарик. Теперь отмеряем пузырь на 7 пальцев. 5 и 2. 7. На 3 пальчика. Продолжаем. Так, берем самый верхний ярус. Берем следующий. Прикладываем. И хвостиком оборачиваем. Старайтесь расположить так, чтобы верхние пузыри располагались между нижними. Берем следующий ярус. Также прикладываем. Закрепляем его. Берем последний. Теперь все нужно поправить. Итак, вот такая получилась елочка. Ну что ж, давайте теперь сделаем звездочку. Итак, берем красный шарик, растягиваем. Шарик надувать нужно будет не до конца. Оставим ненадутый кончик примерно на 5 пальцев. Ну и давайте начнем. Итак, делаем круглый пузырь. Делаем такой же второй, третий и четвертый. Перекручиваем скрутки. Делаем еще один пузырь. Дальше. Третий, четвертый. Того получились два кончика. Продолжаем все в том же порядке делать. Перекрутили скрутки. Теперь завязываем кончик. Сейчас, смотрите, делаем пузырек. То есть у нас уже один есть, вот делаем параллельно второй. Скрутку оборачиваем. Обернули. Аккуратно отрываем шарик. Завязываем. Расправляем звездочку. Теперь наша задача состоит в том, чтобы закрыть вот это отверстие. Делаем круглый пузырь, делаем пинчик, один, также делаем второй круглый пузырь и второй пинчик. Сделали. Теперь выпускаем воздух. Берем пинч-твисты, хвостик вставляем между вот этими двумя пузырями. Вставляем пинч-твисты в центр. Вставили. И теперь с помощью этого хвостика привязываем звездочку. Берем елочку. Ну что ж, давайте теперь сделаем бусы. Так, чтобы сделать бусы, берем золотой шарик. Шарик надуваем не до конца. Оставляем длинный кончик.
Теперь берем шарик, привязываем его. Привязали. И теперь делаем микропузырьки. Итак, сделали. Теперь аккуратно пузырьки пропускаем между веточками. И теперь начинаем делать все то же самое. Так, сделали. Аккуратно примерили. Оборачиваем. И продолжаем. Так, сделали. Аккуратно отрываем шарик. Также привязываем. Привязали. Итак, смотрите, вот такие получаются бусы. Берем еще один шарик. Также надуваем его не до конца, оставляем длинный кончик. Привязываем. И повторяем. Итак, сделали. Завязали. И продолжаем. Так, сделали. Перекрутили. Отрываем все лишнее. Вот такая получилась елочка. Ну что ж, я надеюсь, вам понравился этот видеоурок. Ставьте пальчик вверх, если так. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь этим видео со своими друзьями. Возможно, они тоже к Новому году порадуют своих родных и близких, сделав такую елочку. Не забывайте про мои социальные сети. Добавляйтесь ко мне в друзья. Ну, а я желаю вам всего хорошего, всех благ. До скорых встреч. Пока-пока.